У истока амазонки не бывал я никогда. Туру-ду-ду, 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 туру-ду. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам сюда уходит в плавание к далеким берегам. Идут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Девочки, всем привет! Сегодня, сегодня такое вот видео, не могу я никак настроить. Хотела чуть-чуть показать вам, как я буду вышивать своего туканоида. Вот. Значит, как вы видите, сейчас у меня уже сделан в цветочках один цвет. Здесь и здесь. Боюсь разрушить, конечно. А, все видно. Вот, здесь и здесь. И хотела бы показать, как я вышиваю. И хотела бы еще вообще поговорить о всем, чем хочется. Пусть это будет такая болталочка. К сожалению, у меня нет штатива. Поэтому не судите строго. Попробуем снять. Если понравится мне, то выложу и посмотрите, как я вышиваю. Вот. И сейчас я посмотрю по своей схеме, что мне предстоит дальше, какой мне нужен цвет. Вот могу показать вам эту схему. Видно вам? Видно. Это хорошо, что вам видно. Вот, значит. Ой-ой-ой, как тяжело. Пусть вот она у нас вот так вот лежит. Надеюсь, я сейчас не сильно буду шуршать. Значит, один цвет у нас есть. Не натянули. Так, один цвет есть. Теперь мы найдем с вами вот по этой легенде цвет. Так, этот я не хочу. Давайте найдем 36-й оранжевый. Это будет такой вот пики-пики. Сейчас, секунду, найдем и начнем болтать с вами. В общем, девочки, хотела бы вам рассказать о том, что очень я рада, приближается время моего отдыха. Значит, числа какого? 19 числа мы улетаем вечером в Адлер. Всего, конечно, на 5 денечков, но я все равно очень счастлива, потому что я не помню, когда я вообще была на море последний раз. Нет, ну вернее, я помню, но мужчинам лучше говорить, наверное, что вот очень давно не была, поэтому стоит слетать срочно-срочно, когда еще такая возможность выпадет. Вот. Так, что у нас тут по времени? Ага, вот. Будет у меня влог, значит, мой из нескольких видео. Хочу вам еще кое-что показать. Посмеемся с вами вместе. Вот. Ну, что касается отдыха, значит, летим мы 19 числа вечером и прилетаем 25 числа... 26 числа утром рано мы прилетаем. Но я живу в городе Лобня. И летим мы с аэропорта Шереметьево, поэтому никаких проблем у нас не возникнет. Там доехать утром рано. Возьмем такси или что-нибудь еще. Я, наверное, рукой, да, закрываю. Ничего. Так, значит, вот. По поводу моря я с вами поделилась. Кстати, наш отель называется Азимут Отель 3 звезды. Вот, и он находится буквально в 5 минутах от деревни, олимпийской деревни Сочи. Мне это очень интересно, я хочу посмотреть. Моя бабулечка тоже очень этим интересуется. По этому поводу она попросила меня заснять или пофотографировать. Вообще эту деревню, ей очень интересно, она болела почти за все виды спорта в Олимпийской, когда шли Олимпийские игры, трансляции по телевизору, вот, ей все это очень нравится,
Поэтому я для нее сниму это все. Вот. И чем бы хотел с вами поделиться. В общем, живу я со своим молодым человеком, в общем, с гражданским мужем, 3 года. Было в том месяце 3 года, 15 числа. Вот. И вы представляете, за эти 3 года, я не могу сказать, что я не люблю готовить, но я люблю готовить. Но вот эти вот всякие свиные ноги, свиные копыта я совершенно не переношу. И что вы думаете? В общем, его мама принесла нам, наверное, ног, я не знаю, ног 8, наверное, этих копыт свиных. И вот он мне вчера говорит, типа, давай это попробуй, сделай холодец. В общем, они оказались, эти ноги, такими мохнатыми, что мне пришлось их все обугливать. Пришлось их все, огнем, значит, обрабатывать. Ничего у меня не получилось. Я уже начала психовать. Вот, мало того, он долго варится же, этот холодец. Вот, не очень так удобно мне вышивать. Вот, потихонечку, чтобы чем-то занять видео. Вот. В общем, я распсиховалась этим холодцом, вот, но, слава богу, я переборола себя и решила все-таки его сделать, попробовать, мало ли у меня реально получится, вкусно, и тогда, может быть, я смогу делать этот холодец часто, вот. И вот сейчас он успешно у меня уже варится 2 часа, знаю о том, что мне надо еще 2 часа его варить, и давайте... На этой позитивной ноте закончим мое видео. В следующем видео, которое я сегодня также буду снимать, я покажу вам, как у меня варится холодец. Вот, как у меня организовано мое рабочее место по вышивке и так далее. Всем спасибо большое за внимание и до следующего.